потому что более 80% жителей нашего прекрасного города перемещаются общественным транспортом. Холодные люди, нейтральные люди. Люблю, когда души и сердца людей горячие. Они приносят в жизнь горожан комфорт. Но это действительно важно, потому что как минимум будет меньше обмороженных, потому что тепло – это хорошо. Нужны теплые остановки. Потому что в тепле нуждается каждый. Теплые остановки нужны не столько для города, сколько для людей, которые этот город наполняют. Когда город заботится о тебе, ты чувствуешь, что ты его ребенок, и город тебя принимает, и тебе хочется в нем жить. Город требует тепла, потому что у меня 12-летняя дочь, и я бы хотела, чтобы она чувствовала себя в этом городе уверенно. Потому что я мерзну на остановках. Теплые остановки – это тот самый проект, который может стать таким этическим небоскребом. Он сделает наш город уютнее и прославит его. Вместе мы сделаем мир лучше. Вместе мы сделаем мир лучше. Вместе мы сделаем мир лучше. Привет, Мил! Я люблю тебя, Мил!